Так, ладно. Ну вот, автомобиль. И вот, соответственно, что мы тут понастроили. Сейчас я покрупнее возьму. Вот такие вот уголочки у нас вышли. Вот такие вот уголочки вышли. Завод, даже лучше, завод пластик делает. Вот такой. Миллиметровая толщина, ну полтора от силы. Какой-то тут. В общем, фигня какая-то. Два раза ветки зацепили, все разбилось, а будка новая. Вот. Ну и на той стороне. Все. Еще одну машинку спасли. Пойдет на дороге страны. Красота. Так, ну вот в работе очередной наш проект. С огромного куска железа, вы знаете, у меня большие куски железа есть, да? Вот вырезали такие вот квадратики. Уже на них нанесли разметку. Сейчас мы их согнем. В общем, сегодня у нас опять жестянинский день. И работа на гибочных станках. Так, опять мы пришли к нашему гибочному станку призменного типа. И сейчас начнем на нем загибать железо. Три. А, еще две. Секундочку. Так, согнули наши три заготовочки. Теперь нам нужно сделать вот здесь рез под 45 градусов. Ну, делается элементарно. Знаю вот эту ширину 75 миллиметров, соответственно. На этой стороне откладываем тоже 75 миллиметров. Вот так раз, отметили, отрезали, вернее будем еще резать, сейчас пока размещаем. Делаем отметочки. Так, ну вот. Ага, вот видно, да? Разметили. Где тут у нас? И вот разметили. Ну а теперь согласно этой разметке надо нам эти углы обрезать. Следующее. Так, ну вот, все три заготовки у нас готовы. Несем сварочный аппарат. Теперь будем варить. Что мы для этого? Берем одну железюку. Так, там видно, тут нет. Берем одну железюку. Вот так. И берем вторую железюку. Вот так. Соединяем. Вот согласно уголку. Так. Теоретически у нас должен получиться прямой угол. Так. Зажали, выровняли по уголочку. Тут есть маленький зазорчик, нам это наплевать.
варим. Ну вот один угол зафиксирован. Следующий. Опять же берем, поджимаем и проверяем. Так. Что мы видим? Так. Угол выставили, цепляем массу, варим. Ага. Есть. Так, приварили второй угол. Сейчас будем делать третий. Так, попробуем его просто за счет того, что мы это все разогнем. Попробуем сделать. Проверяем. Нам это надо, видимо, разогнать. Вот это надо, видимо, разогнать. Ага. Это надо, видимо, тоже разогнать. Корректируем, корректируем, все корректируем. Так. Совмещаем. Так, проверяем. Есть. В принципе, нормально. Прямо его получили. Так. Масса варим. Скажем так, прихватили, прижрали. Пойдет. Все. Теперь вот. Ну вот, в итоге получили вот такую конструкцию, пирамидку. Вот. Красота. Теперь нам все осталось выкрасить и установить на место. Ну вот такую конструкцию в итоге мы получили. Сделал кучу обрезков. Тут дождик успел пройти, даже проржавело все. Так. Вот такая вот красота. Ждем, когда высохнет, придет машина и будем ставить. Так, ну вот уголочек высох. Сейчас в него такой фонарик интегрируем, просверлим, разрежем, поставим. Все это будет стоять у нас вот там. Вон там. Вот такая хитрая. Японская же машина. Да. Японская машина. А вот этот вот у нас разбитый уголок. А вот это вот у нас остатки этого уголка.
автомобиль. И вот, соответственно, что мы тут понастроили. Сейчас я покрупнее возьму. Вот такие вот уголочки у нас вышли. Вот такие вот уголочки вышли. Завод, даже лучше, завод пластик делает. Вот. Ну и на той стороне. Все. Еще одну машинку спасли. Пойдет на дороге страны. Красота!